На работу ходили, а зарплату не получали. Прокуратура Набережных Челнов проверила предприятие «Акбарс Металл», более 200 рабочих, которого не получали свои честно заработанные. На директора фирмы возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы проверки направлены в мировой суд. Прокуратурой установлено, что 245 работникам предприятия не выплачена заработная плата за май и 321 работнику за июнь текущего года. Общая сумма задолженности составила более 11 миллионов рублей. После вмешательства надзорного ведомства сотрудники «Акбарс Металл» частично получили зарплату. Им выплатили более 4 миллионов рублей. Отмечу, что правонарушения на предприятии выявляются не в первый раз. В прошлом году сумма задолженности составила более 18 миллионов рублей.